Повертаємося в нашу ранкову осінню студію. Бачите, в ось таких ось прекрасних речах одразу стає якось так затишно. І думаю, що ти у мами вдома на кухні, тут десь Настя Кам'янських одразу згадує свою пісню. Береш собі чашечку чаю і насолоджуєшся теплою розмовою. І саме сьогодні про такі теплі та затишні речі ми поговоримо з дизайнеркою одягу Оксаною Гончарук. Доброго ранку! Доброго ранку. По-перше, я тобі просто, ти казала, на кухні знаходишся там у мами, а я просто моднік. Ну, ти просто моднік. Ну, слухай, враховуючи пасує. Те, що осінь, ну, звісно, пасує. Ну, я просто одразу, скажімо так, ми не втрималися. Як тільки Оксана зайшла, ми вже одразу на себе накинули все, спробували, щоб потім вам розказати, наскільки це цікаво і комфортно. І одразу перше запитання. От як вам прийшла така ідея створити такі комфортні і м'якенькі речі? Ви знаєте, мабуть, первое, почему ко мне пришли такие мысли, я хотела показать всем, что вязание – это не для бабушек. То есть развеять вот этот стереотип. Очень хотелось показать, что в наше время вязание – это модно, стильно, удобно, но еще и уютно, и комфортно. Ну, наверное, а что первое вы связали? Помните свою первую работу? Да, это началось, если честно говоря, с зависти. Моя подружка пошла первый раз на кружок вязания, это был класс 4, наверное. И мне до скрипа такого, скрежета духовно хотелось, мне захотелось тоже купить спицы и клубочек. Я связала свой первый, конечно, немножко рахитный такой образец, но принесла его с гордостью маме, показала, потребовала, значит, купить себе набор ниток. Он был куплен, мама в меня поверила. Я начала вязать первые свои коллекции, наверное, для кукол своих. Сначала куклы, да, потом пошли у нас уже, обязывая там свою семью. Конечно, были, много было косяков, но, скажем так, роты. А вы зарады не без того. Они, правда, мне, конечно, прощались с любовью, это все. Ну, а потом как-то пришел первый клиент и попросил связать, скажем так, уже заказ. Конечно, было очень волнительно, руки трусились, волновался. Но переборол свои страхи, я взялась и получилось. Первое... Что это было за парши? Это было платье. Девушка осталась очень довольна, заказала тут же, заказала следующий заказ, и у меня сразу рейтинг мой поднялся. Так, мене ось цікавить, я, конечно, понимаю, что я модный, конечно, красивый. Вы мне скажите, сколько часу займає ось связати таку модную? Вы знаете, по-разному. Есть у меня вещи, которые я могу связать в течение одного дня. Например, вот такой кардиган могу связать за два дня. Два дня и все? Так. Два дня, но это так, с ранку и на самого вечера. Это где-то, ну, наверное, неделя. А, так, давайте просто я як чоловік у в'язанні розумію нічого. І тут у мене, знаєте, логічне запитання. А в чому різниця між ось цим кардиганом і цим? Ну, во-первых, толщина пряжі. Сам рисунок, сам узор, то есть, который занимает немножко больше там, времени, например, здесь меньше немножко. Вот, за счет этого у нас получается скорость вязания. И это вручную связано? Это все вручную. Я машина не могу, у меня терпения не хватает, мне проще. Але такие цікаві ось ці кітиці, такі шарики, пупиришки. Вони також в'яжуться? Чи це... Да, это все вяжется. Это все вяжется на одной спице. Это, причем такая замечательная велюровая пряжа. Она, вот, наверное, вы на себе чувствуете, насколько это уютно и тепло. Не, серйозно, давай махнемося, давай, я тобі... Подивіться, що він робить зі мною в ефірі, почекайте. Ну, сподобалось мені. У мене просто, розумієте, улюблений колір рожевий. Максиме, ти мене дивуєш. 4 місяці в ефірі, а сьогодні дізнаюсь, що улюблений колір рожевий. Ой, клас. Так. Приємно. Знаєте, навіть а йому пасує? Так. Звісно, що я ще модний? Красивий? А скажіть, будь ласка, які взагалі ви використовуєте саме нитки для в'язання? Ой, різні, дуже різні. Ось просто, як розумію, там не такі, як тут. Ні, тут йде велюровая нить. Здесь йде в состав дуже хороший, йде альпака, меринос, махер і акрил. Тобто, ну, на ощупь ви самі розумієте, да, от чувствуєте. Ось стараюсь використовувати і натуральну пряжу, ну, скажімо, 100% шерсть, но... К сожалению, не все любят ее носить. То есть она довольно ну, по-разному бывает, но специфически. Очень так много... А в чем специфика? Очень много аллергиков у нас, например. А, самое... Да, и так. Поэтому у меня просто просят какое-нибудь изделие связать чисто из чистого акрила, потому что ну, ага. Тут у людей аллергия. Так, добре, тоді, на вашу думку, какие сейчас найпопулярні техники в вязании? О, чи це абсолютно индивидуально? Это индивидуально, это раз, это тому, что, ну, что нравится человеку от заказа, да, и... Ну, есть все-таки тренды, которые мода нам диктует немножко, да. Ну, мы можем дослухатися до цих трендів, чи ми можемо... Я, знаете, я лавирую между тем и другим. То есть я присматриваюсь к моде, но тем не менее я делаю вещи такие, чтобы это было практично, удобно, стильно. Чтобы, ну, вот у меня такое желание, чтобы женщина проходила мимо, вот не проходила мимо, чтобы на нее оборачивались, понимаете, чтобы... Класс. Вот всегда на нее смотрели. Класс. Так, ну мы, конечно, молодцы, зараз тільки про жінок говоримо, а про чоловіків. У вас є чоловічі? Ви знаєте, ви, наверное, не повірите, але мужчина найкапризніший клієнт. Ого! Так, а чому? Не знаю, вот на мужчин довольно-таки сложно вязать. То есть я вяжу под заказ, если закажут, например. Но
больше претензий, больше капризов, больше, наверное, вот каких-то вот более требовательных мужчин. А что вони замовляють? Якщо дівчата сукні, кардигани, светри, що у чоловіків? В основному світера. Ага. Це в основному світера, іноді бувають кардигани, але в основному світера. І я просто не розумію. Мені завжди здавалося, що, знаєте, з чоловіками, як правило, легше домовитися, ага, ніж з жінкою. А от і ні. Так, угу. Ага, добре, давайте так тоді. Я як майбутній клієнт, які претензії у мене не повинні виникати? Щоб не морочити його? Нет, ну претензии могут быть разные, то есть клиент всегда прав, да, мы знаем об этом. Ну, вот поэтому я стараюсь довести, скажем, свое изделие до того момента, чтобы клиент остался доволен полностью всем. Добре, ну тоді вот. Давайте ще до чоловічого питання. От які зараз тренди саме в чоловічому в'язаному одязі? Ой, сейчас, вы знаете, большая, наверное, большая гамма модных тенденций, то есть это и кардиганы, и свитера, оверсайзы, причем это не только на женщин и на мужчин тоже. Такие, кстати, даже на мужчин, наверное, меньше оверсайз, для женщин больше. Ага. Вот. Мужчины более, наверное, такие приталенные варианты. Ага. Вот. Но все-таки больше кардиганы, свитера, снуды, шарфы большие, очень объемные шарфы. Это сейчас в этом году, вот, скажем, по журналу Vogue, это очень модно. А смотрите, стосовно, я взяла цей светер показать глядачам и сама его пожмякать, он неимоверно такий тепленький, мягенький. Дивіться, я знаю, что раньше была ця крупная вязка, вот такие прям косички, это прям ось было тренд, и, мабуть, две осени, это беж, нюд, белый колер. Зараз залишається це в моді? Да, і в этом году, кстати, очень много гамма цветов, и остаются вот эти нюдовые, спокойные оттенки, угу, и очень яркие, зеленые, синий электрик такой, то есть бордо яркий, ядовитый. В общем, тренде косы, они всегда в моде. То есть угу, больше, меньше, аранами, то есть, ну, всевозможными техниками. То есть это всегда индивидуально, это всегда интересно, потому что это ручная работа, но ручная работа, это всегда выглядит дорого. И... А в мене ще запитання. Ось, наприклад, ми з Максимом вирішили, що хочемо на ефір собі светри. Ось, який у нас відбувається наступний етап нашої з вами якби співпраці, проговорення, що ми маємо вам надати, якісь розміри, подобання? Ну, безусловно, мені потрібні ваші розміри, то есть заміри потрібно зробити. Ну, у мене є страниця, скажімо, Instagram, можна зробити закази через директ, да? Ми списуємося. Буквально, кстати, недавно у мене на цій неділі була дівчинка, невеста, которой нужно было очень срочно, кардиганом буквально звонити, от на завтра. И мы успели сделать кардиган, мы связали, невеста довольна, я вот жду фотографии, надеюсь, что она будет в моем кардигане, ага, да, я получу красивую фотографию. То есть вот свадебный, ну, весельный досвид у вас был первый? Да, у нас есть свадебные луки, да, это нет, не первый, у нас есть на странице большая фотосессия была снята в свадебном луке, очень красиво смотрится. А из каких ниток, чтобы это было не вот, кстати, вот с этими кардиганами было, ага, это было очень интересно, да. Вот прямо с такой пупырышкой, так? Так, светлые оттенки, белые, беж, пудра. То есть это было очень нежно, очень красиво. Ну, кто а захочет? Вона замовляла під весільну сукню? Так, чи... під весільну сукню. О, цікаво, ну, варто подивитися. Так, а ви мені скажіть, от, я так розумію, що ви можете з сьогодні на завтра. Ну, почти. І це залежить від натхнення, чи все ж таки ви настільки полюбляєте те, що робите, що можете от просто годинами? Ви знаєте, я не просто полюбляю, це залежність, образ життя, мабуть, тому що я встаю дуже рано, ну, скажімо так, можу починати роботи з 7 утра, і до 9:30 вечора, поки спиці з рук вже не вивалюються, от, скажімо так. То мені тільки, якщо б ще хтось їду приносив, не безпокоїло, було б ще добре. Хорошо. Так. Минус другой. Минус в том, что все-таки малая подвижность, моя работа требует усидчивости большой. И, конечно, потом ну, появляются иногда проблемы со здоровьем в плане, там, ну, руки, например, затекают, когда сезон идет, и у тебя работа ну, практически в застановке идет. Ну, головные боли бывают. В общем, есть свои нюансы. Как в каждой работе, наверное, в этой тоже треба есть. Треба робити зарядку. Роблю. А у нас есть, до речи, на YouTube-канале зарядка. Если что, заходите, подивіться. Вона досить корисна. Найголовніше для суглобів є. Тому для суглобів це взагалі зранку рекомендовано робити. Благодарю. А вы медитуете, когда вяжете так долго? Скажем так, я не медитую, но у меня, я человек православный, то у меня есть чем заняться. То есть во время вязания я молюсь. Ух ты, это у меня губерик. Мабуть, так, может быть. Цікаво, слухайте. А цікаво, ну, я просто розумію, що ви жінка досить активна, і коли ви сидите, ваш, ну, 100% є домашні, як ми їх часто називаємо, родичі, які можуть заважати процесу. У вас є окреме місце, де ви абстрагуєтеся, так? Так.
Расскажите. Это моя зона комфорта, это моя комната, это, у меня есть стойка с там, где вся пряжа. И вот каждый раз, ты, когда проходишь мимо меня, так ты одну вяжешь, на вторую смотришь, на третью уже там как бы у тебя планы, что ты следующее будешь вязать. Это помимо заказов. То есть у тебя уже голова начинает работать, и ты начинаешь фантазировать, что будет следующее. Вот. А так, да, у меня моя зона комфорта, меня никто не беспокоит, они знают, что я работаю, и когда я работаю, я очень спокойно, это очень успокаивает, между прочим, это прекрасная терапия. Я знаю, клас. Я коли згадую в школі, я в'язала, мене це нервувало, ну я не могла довго сидіти і в'язати. Ну, у кожному своє, ви прекрасна телеведуча, я в'яжу. А скажіть, будь ласка, ви сказали пряжа, я хочу уточнити, пряжа – це ось нитки, з яких це робиться, чи що? Ну, пряжа, нитки, да, пряжа, ага. Пряжа різні состави бувають, тобто різні фактури. Вот. Ну, пряжа – это общее название, скажем так, материала, с которого изготовляют вязание. Мне кажется, что я после эфира, когда мы сегодня завершим, буду, знаете, познавать мистецтво вязания. Ну, это замечательно. Изначально вязание – это было мужское занятие. Опа! Конечно. Апостол Павел, ну, скажем, по Евангелию, да, он плюл палатки. Ага, вот. Да. Рыбаки, первые апостолы, они плели сети. Ага, а потім... То есть вязание, наспіш, а ну... ми отжали у вас уже это вязание, скажем так. Зрозуміло, зрозуміло. Так, а цікаво... Я хотів запитати, скажіть, будь ласка, пряжу у вітчизняних виробників краще брати, чи десь замовляти за кордон? Ні, к сожалению, у отечественных пока пряжи я не вижу достойной. А в чому недолік? Ну, во-первых, очень маленький выбор. Так. Скажем так. А во-вторых, все-таки качество пряжи. Вот я работаю сейчас с турецкой пряжей. Uh-huh. Турецкая, либо под заказ, если кто-то хочет, тоже можно итальянскую, ну, более дорогой будет уже, например, вариант. Но качество турецкое очень достойное. Поэтому я перепробовала уже много-много разных фирм, в разных конторах. То есть работаю только с той пряжей, которую носила бы я сама. То есть я не вяжу просто, ну, как сказать. Ну, абы було. Абы було, так. Я вяжу именно то, что я носила бы сама. То, что было бы мне приятно, ну, и комфортно мне. От мені все ж цікаво, ми поговорили про пряжі, про їх якість, а ось, ну, приходить час, коли потрібно попрати. Як це правильно зробити, щоб не зіпсувати? Ви знаєте, існує стереотип, що дуже тяжело ухаживати за цими речами. От розвиваю прямо тут, в ефірі. Всі ось ці речі можна стирати, і вони стирані в стиральній машині в режимі делікат, або ручної стирки. Зараз не почти в усіх машинах є. І катушок немає? Нету катушок. Гладити ні в якому випадку не можна. Тобто її потрібно просто постирати і розложити на горизонтальній поверхності. Все. Тобто не вішати на вішак? Ні в якому випадку не вішати, ні на сушку, ні на вішак, тільки на горизонтальній поверхності. Я перепрошую, я коли просто після прання речі розвішую, а чому не можна вішати? Чому не можна вішати? Тому що її потім не погладите. Якщо ми будемо сушити її на сушці, у нас буде потім на, як би, згиб такий, який буде, ну, візуально не дуже красиво дивитися. А, тобто вона ще може деформуватися. Так, а погладити ми її вже не зможемо, тому що після глажки нітка деформується і відновити її вже буде невозможно. Тобто ухажувати дуже просто, просто достатньо постирати. Ага, а які зараз найпопулярніші пряжі серед клієнтів саме? Ой, разнообразне. Українське не можу сказати, тому що роблять ось турецьке пряжа. Ні-ні, я маю на увазі серед ваших клієнтів, тобто різноманітні пряжі. Ой, дуже-дуже різне. От буквально пройшло два дні, дня Бучі, ми торгували там, значить, у нас були ярмарки більші, мастеров хендмейд. Ну, от, скажімо так, глядя по тому, сколько людей покупало и что покупали, то есть, ну, абсолютно разные вещи, абсолютно, ну, вот, большой диапазон, не могу сказать конкретно, что именно. До речи, гарно, что вы сгадали про выставку Handmade. Скажите, насколько зараз конкуренция сильна? Конкуренции много. Вы знаете, у нас рукоделия в стране очень много. Минус другой, минус в том, что у нас как бы не очень это ценится. То есть не очень ценится ручная работа. Люди не очень понимают, что ручной труд это, ну, скажем, дорого и очень затратно. То есть кто понимает, то ко мне спрашивают, скажут за вопросы сразу, а почему так дешево? Что с ценой? Что с ним не так? Я начинаю оправдываться, говорю, ну вот понимаете, неделя работы, там столько-то... Нет, говорит, не о том вопрос, почему так дешево? То есть это те, кто понимает, ценители. В основном же люди, к сожалению, у нас не понимают, что ручной труд это очень, ну, скажем, затратно, дорого и, ну, не очень легко, скажем так. Вот, это есть минус. Но мастеров у нас очень много в Украине, и это радует очень много. Тобто завжди потрібно розвиватися, аби бути якось... Всегда, всегда. Моніторі приходиться, інтернет постоянно, і, скажімо, конкуріруючі фірми теж приходиться моніторити, щоб у мене було щось таке, чого нету у них. От мені хочеться завжди удивляти, щоб був свій ізюм. Я його знайшла, от у мене є свій ізюм. Клас. Оце, в принципі, кардигани з цими штучками, це ваша родинка, так? Я вважаю, що так. А знаєте, цікаво ще поговорити про якісь, можливо, незвичні замовлення від клієнтів, тому що я бачила, що роблять і купальники в'язані. Що у вас було таке? Неочікуване. Вы знаете, нет, купальники я не брала за купальники. Ну, в основном, наверное, все-таки классика больше. То есть все-таки у меня, ну, основное мое направление мое – это кардиганы, свитера, ну, как так, шапки.
А у меня есть интересные игрушки. Очень смешные. Но это уже можно посмотреть на сайте. Очень смешные у меня игрушки. Вот. Но это как дополнение. Когда настроение хорошее, там, к праздникам, я навязываю еще игрушек. Тобто тематичну іграшку можна у вас замовити, так? Можна. Клас. А ще, знаєте, запитання стосовно того, що ми поговорили про ціну, ось ми поговорили про час зайнятості над виробництвом. Так. Ну, от, наприклад, цей кардіган, я зараз хочу встати показати його нашим глядачам, якщо в мене вийде. Ось. Скільки сюди пішло ниток саме з цих пряжей, щоб просто глядачі розуміли потім відповідні ціни і затрати. Ну, на цей пішло 700 грам. 700. Но неделя работы. Сюда пошел килограмм пряжи, но два дня работы. Угу. Вот оттуда вот, формируется цена, скажем так, изделия. Угу. Тобто, в принципе, глядачі, щоб ви розуміли, що часу багато на це йде. І, як би, хотів сказати, тканин, тому що дійсно виглядає тканина, і на цьому дуже багато. Да, бывает и больше, бывает меньше, в зависимости от размера, модели, вязки, потому что вязка бывает, которая очень много съедает нитки, ну, в смысле, как съедает, ну, затращивается. Угу. Вот. Вот этого пляжа. Ух, ну я зігрілася. Ой, приємно, мені дуже приємно. Комфортно. Ні, насправді, на відчуття, ви знаєте, на дотик дуже такі приємні речі. Я, як чоловік, скажу чесно, я з в'язанням ніколи не мав справу, але я розумію, що це цікаво, як мінімум. І не знаю, чи вийде в мене навчитися чи ні, але все одно я вам дякую, що ви розпочали ранок у нас. Дякую вам. Дякую. Ось. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Нагадаємо вам, що ми разом з вами кожного ранку з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А мене звати Ангеліна Таран, і ми обіцяємо вам багато цікавого контенту. Переходимо зараз на YouTube-канал «Правда тут», підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємний коментар і не забуваємо, мене звати Макс Сербін.